День добрых дел. Илюша с мамой Таней возвращаются с занятий пешком. Илья идет не спеша, но сам. Прижимают к уху наушники. «Удобная штука», — говорит мама. Илья очень любит музыку. В медицинской карточке у Ильи написано: «Глубокая задержка психомоторного развития, кардиомиопатия и еще много всего. Его чудом спасли в московской больнице». Мама Тани научилась спокойно говорить о здоровье сына, не слушать всех врачей подряд, не перерывать интернет в поисках хоть какой-нибудь информации. Не он замечая, как быстро выросли Илюшины сверстники. Илья шагает по улице, слушает музыку. Он счастлив. Мама с радостью замечает, какие яркие у него сейчас эмоции. Но как же медленно они появлялись. Мама Ильи помнит, как ее сын в 2,5 года впервые отреагировал на птицу, взлетевшую из-под его ног. До этого казалось, все происходящее вокруг ему безразлично. Сейчас Илье 5 лет, и на цирковом представлении он смеется и аплодирует громче всех. Вопреки опасениям врачей, мама Ильи старается наполнить каждый день сына интересными событиями, новыми эмоциями, посильными нагрузками. Илья развивается, но очень медленно. В Центр поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогою добра» Илья и его мама пришли в числе первых. Общаясь с семьями, где тоже растут особенные дети, они чувствуют поддержку и понимание. Илюше очень нравится заниматься с педагогами. Но без нашей с вами помощи Илье и другим ребятам не обойтись. Чтобы центр продолжал работу, в год нужно 3 миллиона рублей. Давайте вместе поможем собрать 10-ю часть необходимой суммы – 300 тысяч рублей. И тогда особые ребята смогут расти и развиваться наравне со сверстниками, ходить в детский сад и школу, радовать родителей и педагогов своими маленькими, но такими важными успехами. Отправьте СМС на номер 3443 с текстом «Ребята» и через пробел сумма пожертвования цифрами. Например, «Ребята» – 100. И обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном СМС. 3443. Сервис доступен для МТС, Мегафон и Билайн. Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему.